Для Светы и Алины Игнатовых это не звездный час. Они и прежде собирали вокруг себя людей, но эта встреча в историко-культурном центре имела особый характер. Сюда пришли друзья девчонок, сверстники и одноклассники. Алина Игнатова моя одноклассница. Она мне очень нравится, она добрая, отзывчивая. Сестры Игнатовы на редкость талантливые. Наверное, это и стало причиной того, чтобы сделать девчонок главными героями детского времени. Мероприятие, которое уже не первый год проводится в ЭКЦ и куда приглашаются самые одаренные дети Ленинского района. Девочки – ученицы Видновского художественно-технического лицея. Старшей Свете 14, а младшей Алине 10. Они очень дружны, всегда поддерживают и вдохновляют друг друга. Точно так же сестры стараются вести себя и с другими людьми. Девочки разные и по темпераменту, и по характеру, но общее у них, конечно, есть. Это необыкновенная доброта, чуткость к окружающим, готовность всегда прийти в трудную минуту к любому человеку на помощь. Вот эта отзывчивость, вот она просто вот покоряет сердце. С ранних лет девочки стали посещать разные кружки. Лепка, музыка, танцы, кулинария. Неоднократно завоевывали первые места на конкурсах. Но больше всего Алине нравится рисовать, а Свете писать. Иногда они даже пишут вместе. Гости творческого вечера исполнили несколько стихотворений и сыграли сценку по мотивам одного из рассказов авторства Игнатовых. Несмотря на столь активную творческую деятельность, сестры много времени уделяют и школе. Секрет их успеваемости прост. Нужно уделять больше времени нужным делам, а на всякие глупости не тратить время. В свои 10 Алина все еще живет творчеством, а вот для Светы оно начинает перерастать в хобби. Свое будущее девочка хочет связать с технической специальностью и стать инженером. Как сложится судьба у сестер, неизвестно. Главное, что они есть друг у друга. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.